Так, товарищи, ну всем привет. Почему кодировщик перегружен, я не знаю, что это за фигня вообще. Собственно, сегодня третий стрим по, так скажем, второму забегу. Смотрим DLC-шки. Сегодня у нас 18. 09, 19, 19, 28, и через несколько минут я пойду. Пойду наливать себе чай. Как-то так. Ух. Стрим тоже будет недолгий, скорее всего, по крайней мере, ванна. Да. Давайте в свайпке хоть постримлю, что. Да, что. Давно я с вебкой не стримил. Очень давно не стримился. Как я раньше вообще не приходил с работы и стримил серьезно. В последнее время, просто где-то последние месяца 2-3, прихожу домой просто. Вот так вот. Хотя даже, возможно, ничего там и не делаю на работе. Дел нету. Вообще, говорю, очень дурацкий доступ к части функции. Сейчас зеленый, окей. Так. Вы хотя бы вот на меня посмотрели, давайте я за чаем, пока загрузка идет. Тебе надо будет сейчас на паузу поставить. Ставим на паузу. Ну, сейчас посмотрим все. Так, экспедиция, сфотографируйте Майка Каспарова. Скоро сделаем, экспедиция там уже как бы плавает. Ничего не происходит. Так, здесь у нас пока что все вроде нормально. Потребности, давайте посмотрим. Все выправлено вроде как, нужны
Нужно варьете театр и консервы. Консервы я начинал делать. Ну вот у нас производство гуляша. А дальше мне надо вот это. На это надо 15 тысяч. Кошмар. 8 окон Навстречу и 8 окон. неизведанному. Тень смерти коснулась нас. В необитаемых джунглях слышны человеческие голоса. Продвигаясь сквозь туман густые деревья, моряки стараются держаться поближе к священнику. На корабле они посмеивались над слухами о злых духах, но в лесу все воспринимается совсем иначе. Неподалеку слышится детский голос. Священник призывает моряков игнорировать его. Конечно. Жаль рабочих. Как подумаю об их трудностях, Слово понимаю, священника — как закон. нам повезло. Матросы бегут прочь от проклятого места, зажав уши. Когда они наконец возвращают себе слух, голосов больше не слышно и это подкрепляет веру экипаж. Делал это было или нет, неважно, такую стойкость следует поощрять. Опять мне надо... Так. Корабль построен. Маленькая, но редкая. Утопия не может ждать. Скоро будем на месте. Да где твой маяк-то? Пути. Я себе, где он там? Без трудностей никуда. Им нужен пап. Плодородности нету для шнапс. Игра сохранена. У меня шнапса это здесь не хватает. Куда я его буду отвозить-то? Русина, пушки. Оу, миссия. Простому человеку нужна помощь. Стыдно просить, нам и мечтать не о чем. Молодожены. Скромная свадьба, счастливый молодожен. На свадьбе местной церкви от смущения смогли проронить лишь пару слов. Так сильно их поразила щедрость гостей. И чё? А что мне за это дали? Меня уже скоро уткнется. Надо вот как-то сюда, что ли, залезать. Слушай, у меня реально кончается место на моем острове. Пипец какой-то. Серьезно, вам не хватает надежды.
вообще, как только будут эти, сразу ремесленники сюда повалят. Как только консервы. Что делать? Чего-то нет. А сейчас будут товары, господи, успокойтесь. Что, консервную фабрику я могу сделать? Вот. Адмирал! Адмирал! Не дайте нам погибнуть! Один из членов команды тяжело болен. Несколько моряков стучат в дверь каюты доктора. Не привели своего друга, который страдает от лихорадки. По мраке он жалуется на ослепительный яркий свет, закрывает глаза, а затем впадает в забытие. Осмотр доктора мог бы выявить и другие симптомы. Впрочем, возможно, моряк просто сошел с ума, его стоит изолировать. Конечно же, посмотреть. Ваш доктор замешается. Обычно света боятся лишь дьявольские отродья, и служитель науки так напуган, что не замечает ничего вокруг. В припадке ярости больной внезапно бросается на свой лекарь, пытается вырвать тому глаза, пока его наконец не связывают находящиеся поблизости моряки. Что же это за безумие? Блин, я не помню, что это вообще за... симптомы такие. Давайте понаблюдаем за симптомами. Случай бешенства. Доплывите уже. Игра сохранена. Разрешать деликатные случаи. Успею, должен успеть. И вам копию. Вы, как всегда, вовремя. Нехватка шнапса. Не отправок? Вы всего лишь вестник. Не ведите себя как правитель. Вспыхнул пожар. Я же вроде строил здесь. Блин, да она вообще недалеко. Вы с дуба рухнули. Пипец, конечно, сейчас будет у меня. Монета.
пригодистки из... Ну... Кей! Пожар. Шаром покати. Пожар нанес городу ущерб. Был нанесен, да, ущерб-то такой. Логово пижома. Фундамент. Пижон. Чем проще, тем лучше. Боюсь, во вкусах мы и не сойдемся. Я стал жертвой удовольствия. Боюсь, мои аппетиты не знают границ. Ходит в церковь и дает уроки музыки детям фон Трипа. Когда у нее находится собранный... А поэт собирает эдельвейсы на холмах, жалит травотетру на помощь мастерской. Игра сохранена. Идите и заберите Мария. Разгоните эти дьявольские тучи. Восток и возрождение. Нифига себе, 20 консервов просто так дал. Есть работа? Заслужили. Вы знаете, вот это уже начинает раздражать, серьезно. Сколько им шнапса надо? Вот серьезно, это реально уже не смешно. Идет шнапса очень мало. Я не знаю, там что ли... Где шнапс-то делают у меня? Вот, наверное. Шнапс побыстрее поделайте, пожалуйста. Каждый день как последний. Хорошо, 98, снабжение улучшается. И так на 98 остается. Я не знаю, что с этим делать, реально. Что за пропуски кадров 1700? Это что за пипец такой? Знаю, что там на фабриках. Машины калечат людей.
Стальные балки надо бы поделать. Перемирие окончено. Мой взгляд устремлен в небо, поэтому пользуюсь помощью других. Нет, извините. С вами что? Обещаю, это того стоит. Ты чё? Вам решать, как здесь лучше поступить. Штурвал? А почему мне не показалось? Броне придется перейти это болото вброд. Сперва оно кажется неглубоким, однако вскоре ваша команда уже бредет по пояс в мутной воде. Вы преодолели большое расстояние, а потом разворачиваться и идти назад кажется неразумным. Рядом с вами проплывает нечто, что вы сперва принимаете за бревно, пока не замечаете огромную, напоминающую драконью пасть. Это аллигатор. Так рождаются легенды. Несколько членов команды отвлекают зверя, а один храбрец прыгает ему на спину и обхватывает руками шею. Затем, когда десятерым морякам удается захлопнуть пасть зверя и обездвижить его, выхватывает нож и вонзает его в голову чудовища. Который развивается, потом его тело обмякает. Члены команды с ревом поднимают над головами свой вызывающий восхищение трофей. Признаменитый день, когда их отважный товарищ стал драконоборцем. Плывите уже, эти земли существуют. Новая сессия. Флагман к вашим услугам. Это честь для бессмертного. Проливай. Игра сохранена. Я Изабелла Сарменто, борец за свободу своей страны. Вы со мной или против меня? К новым берегам. Вперед, я в вас. А, он хочет, чтобы я... Курс проложен. Корабль найти непросто, но у нас есть союзники. Что прикажете? Наш город привлек внимание туристов. Нужно хорошенько подготовиться к прибытию гостей. Координаты приняты. Соперник основал поселение. Флагман ждет указаний. Кофе, табак, какао, хлопок. Сахарный тростник. Так, кофе, кукуруза, банан. Я должна довериться инстинктам. Не, вот этот остров, он прямо-таки огромный, но... Ну, вообще, вот, вот это нормально. Мы готовы. Я могу предоставить щипцы. Но... Нет, не надо мне щипцы. Зачем мне щипцы? Рухнули с дуба, что ли? А, мне нужен театр сейчас. 40 это и 40 этого, голос. Амбиции существуют лишь в моем воображении.
Остальные балки. Надо увеличить их производство, походу. Так было бы побольше таких, как я. Кофе, табак, какао, хлопок. А кофе, какао, хлопок, сахар. Я не знаю, что выбирать-то кучу. Кофе, кукуруза, хлопок, бананы. Ждем приказа. Типа с этими пиратами не... А почему я их не вижу, у меня вопрос. Именно этих пиратов. Жан Ле Фортуна. Да, точно. Здесь есть глина. Подожди, золото и нефти. Серьезно? Мне надо будет сейчас убирать, но нефть у меня на родине есть. Здесь золото, смотрите. Табак мне скоро понадобится. Или как? Эти земли существуют. Игра сохранена. Флагман ждет приказа. Штурман! Вы хоть знаете, что творится у вас под носом? Да. А, стоп, здесь 4. Это здесь нефть и золото. Здесь золото и... Все, отлично. Вот просто надо вот ради жемчуга. Много всего надо осваивать. Это примерно так. А еще. Жирный банан, а у меня здесь... У меня здесь нет бананов. Мама родная. Ждем приказа. Mm-hmm.
Надо тогда вот этот город быстрее захватывать. Больше золота. Будут бананы. Да-да-да-дам. Давайте. Да какой... Вы поднялись на новую ступень. Между прочим, поднимая их уровень, я избавляю их от шнапсозависимости. Хоть и очень странно. Труда. Игра сохранена. Чего-то мне нет. Эти люди не боятся смерти. Гад пиратов. Просто у меня здесь столько полей всяких и так далее. Миш, почему вот сюда зря не... Надо здесь сделать один путь какой-нибудь. Чё они не сделали погоду? Делаем всякий там возможное. Ветер там, какой-нибудь дождь. Шнапс-то, кстати говоря, наполнился хоть немного, пятерка. Ну я бы не сказал, что это прям... Меди много. Угля мало. Наверное. Корабль вернулся в порт. Есть. Так, и сюда. Стальные балки. Мне надо еще одно производство стальных балок открыть. А это, блин, это надо... Пипец, сколько рабочих сейчас.
количество рабочих требуется. Так. Сейчас смотрите, как потребуются колбаски. Просто смотрите, как я умираю от того, что народ требует свиней. Начальник цеха нам тут не помощник. Мне на секунду влезну из собрания и в пивную уже. Слушайте мое предложение, прошу его использовать ваш авторитет, убедите их вернуться. Винтик. Все рычаги в ваших руках. Идите неплохо, работать. Неплохо. Полный набор инструментов вместо СПМ, портовой канцелярии, самостоятельный ремонт плюс 100% активное лечение, что-то там. Ух, не успел прочитать. Нифига себе, шубу можно делать. Вот до шуб я уже не доходил. Игра сохранена. Корабль вернулся в порт. Флагман ждет указаний. Плыви сюда, так, десятка. Сейчас сделаем, и в принципе с порта пойдут деньги. Правда, нафига мне эти деньги нужны? Вопрос. На миллион долларов. Да что не так-то? Давайте я перезапущу стрим. Вообще жесть какая-то. Общество. Сейчас, подождите. Попстарт здесь. Так, ну под запись-то все равно попадет все. Стрим все равно не запускается. Замечательно. Можно все-таки запустить? Шубы нужны университет. А, вот пошла транс. Флагман ждет приказа. Врата в мир воображения. Боюсь Ах, показаться неблагодарным. Мой милый черный мишка, как же мило он выглядел с повязкой на глазу и пиратской двуголки. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь крохотный медвежонок вырастет и превратится в столь величественного зверя. Люблю его всем сердцем, но в моей мастерской ему теперь тесновато. Прошу подарить ему ту жизнь, которую он заслуживает. Тебе удалось превзойти себя? Радуга идет за вами. Радуга идет за мной, а может... Не стоит отмахиваться от мелочей. Они могут быть очень важными. Стройте зоопарк. Угу. Мне нравится, они сюда обучение пихнули.
Все, немножечко поулучшали. Наконец-то я здесь. Надеюсь, оно того стоило. Гости ноль. Вон гости приплывают, кажется. Вы вовремя. Есть. Мы собираемся. Что прикажете? Пахарь профсоюз. Откуда он у меня вообще, кстати говоря? Так, и отправляйся. Игра сохранена. На тебя вообще-то хотел. Ну-ка. Так точно. Да. Все вроде. Уверен, все готово к печати. Помимо прочих, отлично, лучше счастье. Иногда называем вас главой. Возвращение принадлежи. Отлично, опубликовать. Не забывайте, все отлично. То, что вы их просите сделать, требует большой смелости. Ну фиг поймешь, блин, то он... Надо по-другому в следующий раз пробовать город построить. Тоскливо и убого. Отступники сбежали от Мерсье и просят предоставить им убежище на вашем... Плюс 2 репутации у этих, плюс 1 у этих, минус 3 у него. Крепкие стали литейщик, производительность, затрат на содержание, непривлекательность. Ну, в принципе, нам, не страшно так. Ничего и не нужно было. Флагман к вашим услугам. Вы лишь пешка в чужих руках. Корабли ценные. Ну, вряд ли для ваших знаний культуры. Загрязнение. Что запрет на загрязнение влияет на 7? Нет, здесь непривлекательность. Не привлекательность минус 40%. Мистер Хмурсон кажется не слишком умным малым, но с работой справляется. Уголь. Вообще любой товар примет. Это вопрос жизни и смерти. Поддержите нас. Угу. Мы можем отправиться в путь, адмирал. Где мои карты? Нужен град специалист. Пришла весть о кораблекрушении. Наш долг спасти уцелевших. Да. Это будет определенно стремящийся. Вот, вероятно, запаса провизии. Мясо.
Медицина, провизия. Давайте парусину. Ну, очень много. Давайте. Игра сохранена. Пассажиров на круизном судне больше не стало. 148. Тенденция плюс 0. Он себя хотя бы окупает, пока что окупает. Разве плохо хотеть больше? Как-то странно тут в некоторых местах. Ну ладно. Сразу вход в зоопарк будет. Ваше судно подлежит проверке. А, зоопарк, все, я могу построить его. Давайте построим мишку сюда. Цацки да побрякушки лишь потворствуют жадности и неравенству. Блин, да ты и дебил, господи, уйди отсюда. Снова в долгу. Перед тобой, да? Конечно, чудный корабль. Я тут уже всех узнаю. Ром. Они что ли ром могут требовать? Да, они потом ром затребуют. Но зато монеты они будут за это давать. Вагон и телегу. Слаще, чем мед. Если склада нет. Склад прямо перед вашим чертовым носом. Внимание, у нас начальство. Нарю Сириус вообще насчет этого. Они не могут вот так довести слишком далеко, видите? А, ну он очень близко требует. Замечательно. Корабль вернулся в порт. Блин, как мне интересно с углем дело, потому что у меня вот эта штука, она всего лишь половину силы работает. Новая задача. Я забыл, что требуется это. За штурвал. Блин. Чтоб они успели. Нам нужно быть готовыми к походу в любой момент. В
Плывем на край света. Вон, видите, я забыл вообще. Уже отправлено. А, не отправились, мол. Окей. Ну, пускай возвращаются и... Казани. Как обычно, можно купить маленький корабль за 20 тысяч фрегатики. А, ладно, хоть так. Кстати, эта карта, насколько я понимаю, гораздо меньше, чем основная. Я так понимаю, здесь кроме нового и старого света появится еще типа север. Возможно. Вот и пробил час. Действуйте же! Восстаньте! Восстаньте! Вперед! Дерзайте! Подберите пункты назначения. Не терплю ждать. Но, увы, приходится. Тара-пара-парам! Пам-пара-па-па-па-дам. Па-ра-пам. Ом. Па-па-ра-па-па-па-пам. Лот 20, навигация 10. Бонус для экспедиции. Линкор хочу. Вот как у меня 750 было ремесленников. Или купить просто фрегат и не... Даже форма здания должна. Жилье фермеров. Как он интересно отстраивается. Посмотрите, прикольно. Блин, это здание однотипное прям. Интересно. У него радуются все. Сокол готов. Пути. Триумф близко. Не успеете. Вот от студы не страшно. Бригад. Вообще, да. Надо строить такими райончиками протяженными. Вот потому что 2 на 2 такие кубики этого. Жестя слишком сильно раздувается, то есть раз, два, три, допустим, да, это уже, то есть еще один домик бы вместился. Детей, так что по вечерам я... А здесь все те же, что и в прошлый раз. Тенденция плюс 36. Извиняюсь, что за фигня опять? Эх, Текс. Я просто подустал немножко. Может, здесь парк сделать, кстати говоря. Хотя бы наполовинку. И зоопарк. Кстати, зоопарк обязательно должен... тротуар, широкий вход.
Рядом должно быть здание, музыкальный павильон. Здесь построю потом. Знаете, по-моему, как-то наоборот получилось. Игра сохранена. Что-то пипец какой-то получился. Вот. Запорт. И пойми какой. Кстати говоря. Жесть какая-то. Сразу так с разгона в зоопарк. Будут бегать. Так. Больница, экстренная служба. Эх. Чё-то, блин, у меня уже мозги взрываются. Знаете, когда Анна начинает напрягать, Анна, уж, наверное, заканчивает. Вы это видите, блин, ни одного острова. Генерация не пощадила. Корабль вернулся в борт. Короче, я сейчас построю. Цель такая. Построю второй остров в новом свете. Захвачу, потому что там бананы нужны для развития. Я ж не помню, что мне нужны бананы. Кирпичи, 40 балок, 40, мать господня. Можно построить скоро. Революции, какой революции? Поверить в победу значит сделать шаг ей навстречу. Мы с ним сейчас просто оу. У него здесь город есть. Нет, ничего не. На котором, в принципе, ничего особенного не делает. Блин, мне нравится, как у него сделаны города. Потому что здесь можно делать парки. Корабль построен. Парк. Первоклассный фрегат. Надеюсь, вы зрите в корень проблемы. Готовь, Настя! Вот они! Только вперед! И ни шагу назад. По местам! Держаться курса. У
Блин, ты что, хочешь воевать против этого деда? Триумф близ. Мы не подведем. Хочешь вырваться вперед? Мы все жаждем твоей смерти. Поставщики со всего света привозят мне лишь лучшие товары. Мне нравится это. Первоклассный фрегат. Ох, как ее не любят пираты. Ох, господи. Надо строить флот. Бен Харлоу здесь, конечно, сумасшедшая сейчас. Они здесь все кругом сумасшедшая. Моя изгнать-то совсем. Я забыть, что моя будет страшной сбучкой, если моя вернулся. Не терплю ждать, но, увы, приходится. Ваших островов. Приятная эспланада. Камейка для пьяц. Культура. Подматериалы. Пап горит, они. Пап горит, надо, наверное, пап нам. Терпение, сочувствие. Знаете, я, наверное, куплю хотя бы один фрегатик. Решили проявить инициативу? Фрегат Возрождения мне нравится. Ваши люди чествуют своего лидера. Фестиваль пива, но здесь нет пива. Получает шнапс, пиво, ром и игристое вино. Тут цепочка спиртного производит плюс 50. Они сумасшедшие. Соперник основал поселение. Мы обыскиваем гостей. Вынужденная мера. Люди здесь уже так хорошо обосновалось. Ты вообще что продаешь? Какао, сахар, сахарный тростник. Мне нужны пушки. Мне нужны жареные бананы. Модистка. Рандом. Ныряльщик портовой канцелярии. Мой брат сражался против Ля Короны. Так, как там с пожаром-то? Все вокруг в огне. Справились? Почти. Идем в сопровождение. Надеюсь, вы зрите в корень проблем. Вы, полагаю, рветесь в бой. Народ любит тех, кого нельзя заменить.
Типа я их поджег, что ли? Вы серьезно сейчас? Да. Интересная миссия. Проложите курс. Ради взаимного обогащения наших народов. А, 5000 ты от меня не... Да иди ты в пень. Не получишь от меня ни гроша, пока я развиваюсь. Простому человеку нужна помощь. Анархизма. Рунт. Полиция, окей. Банда анархистов. Ну давайте, кстати говоря. Смертность бунта нет. Взрыв очень низко. Анархист это выглядит вообще. Навстречу неизведанному. Жгут что-то бочки прямо на улицу. Обалдеть. Анархисты анархистами. Только земля носит. Надо искать на улицах такой огонек. Вода в трюме, он на перегруженном корабле далеко не уплывешь, высокие волны бьются о борт, из-за чего ящик приспособленный в трюме попадают и пробивают корпус от удара, появляется трещина, сквозь которой начинает сочиться вода. Вот самодельный насос, чтобы быстрее начать ремонт. Насос получается какой-то средневековый механизм, моряки долго не могут прийти к единому мнению, в итоге собирают нечто лишь отдаленно напоминающее насос. Скоро в корпусе возникает большая трещина, и вода, заглушив механизм, начинает заполнять трюм еще быстрее. Ничего не разрешится. Ладно, давайте немножечко. Вот так, наверное. Он дается выиграть время, но какой ценой? Матрос с тоской наблюдает, как припасы уносит все дальше от корабля. Но офицер быстро приводит свою команду в чувство, ведь корпус нуждается в ремонте. Продолжайте. Блин, я когда вот эта музыка, мне все время вспоминается, как у меня кровь из носа пошла под нее. Оу, кирпичи. А, обезьянка чи-чи-чи продавала кирпичи. А когда у меня столько успело накопиться, вопрос на миллион долларов? А? Что, в Риде, что ли, тогда построить? У меня даже швейные машинки сейчас поставляются. Вы серьезно? Все, 40 и 40. Сейчас со следующего производственного цикла я... В Риде. Тунец. Пират. 40-39. Окна. И у меня окна производятся, кстати. Вот же, по-моему, оконная. Нет. Рилл Морейн Харл заключает перемирие. Ах, юкшается. С пиратами. Не стыдно. Что у нас школа?
Ну, вреды строить прямо рядом с школой как-то... А давайте здесь, почему бы и нет? Ваши соперники начали. Хорошо дотягиваются. Артур Гаспаров. Честно заработано. Да благослови. Оп. И должно бабло сейчас попереть. Корабль вернулся в порт. Готовы к заданию. Игра сохранена. Построим здесь порт. Че лучше вот здесь порт построить, чтобы прям напротив были они. Строим это, и я сохранюсь и выхожу. Блин, профиль 12. Ладно, давайте прям здесь. Чем выше, тем больнее падать. Да что ж ты, тебе завидно, что ли? Я не завоеватель. Так. Новая задача. Давайте эффект количества Хорнали, количество Абрера. Вы получили бонус к влиянию. Давайте, короче, сохранюсь. Основной... Я хочу... Я вроде сохранился же. У меня здесь 15-й был. Блин, в компанию. Да, глянем в компанию. Хочу хотя бы посмотреть, что у меня там было. Сохранена. И полный батарей хотите загрузить все ранее. Королева пропала, пока официально заявили. Похоже, был способ, когда сегодня утром спускался по дворцовой лестнице. Знаете слово «скромность»? Нет, я не знаю. Ну зачем Вы заставляете меня нервничать? А, это только в компании затонувшие. Игра сохранена. Что ли это? Или... Вот мне, короче, почему я закинул? Пожар, потому что здесь потушек. Вот это надо делать. И это жутко лень делать. Корабль атакован. К новым берегам. Соперник основал поселение. На этой мелкой фигне он основал поселение. Инженеров. Ну-ка, я помню, что у меня здесь производственное было, все. Не глина. А, кстати, две здесь строил, да? Да, две. Очень интересно, конечно. Пройдет суд над Эдвардом Гудом. Здание суда. Перемирие окончено. Но здесь все было плохо из-за того, что вот этот он всех загнобил. У него реально тут флот какой-то дикий плавает. Фонд Йоргенсена. Ладно, давайте закончу.
надо еще залить все воды и ими заняться на выходных до отъезда. Помню, что 29-го я уезжаю. Приезжаю только 8-го. Завтра вечером стрима вряд ли будет. В пятницу, скорее всего, будет. Ну, посмотрим. Завтра, возможно, и будет, но, скорее всего, не Анна. Так вот. Понимаю, что по часу стримлю мало, но я просто пока устаю вот так.